Приветствую всех гостей и подписчиков моего канала. Кстати, если вы еще не подписаны на него, то обязательно подпишитесь вот здесь внизу. Вот. Сегодня у меня на обзоре вот такие вот наушники. Выглядят очень здорово. Получил я буквально сегодня. Но, правда, я их уже распаковал, немножко посмотрел, поэтому как бы распаковочки на видео не будет. Я это сделал без съемки на видео. Вот. Получается, наушники, сейчас я вам покажу, Котион Ич называется, моделька G2000. Что они могут? Здесь на коробочке все показано. То есть они светятся, они имеют регулировку громкости, они имеют встроенный микрофон, то есть это гарнитура, стандартные штекеры, ну и большие закрывающиеся, ну как полностью уши, наушники. Здесь можно увидеть характеристики. Так, я их поближе немножечко покажу. Может быть, кому-то это будет полезно. Ну и сама коробочка с изображением наушников. Коробочка достаточно эффектная. И наушники, кстати, выглядят очень здорово. Тут вот, кстати, еще сбоку есть ссылка на сайт, официальный сайт. Я еще не ходил, а вы уж сходите, посмотрите. А я вот сейчас их немножко раскрою. Так, в коробке больше ничего нету. Коробочку в сторону. Тут в комплекте мешочек с пупыркой. Вот так вот. Кто-то это любит. Ну, не я. Вот такие вот огромные, огромные здоровые наушники. Здесь есть микрофон, который немножечко, скажем так, да не немножечко, скажем так, хорошо так выпирает. Он не гнется, он просто поворачивается вверх и вниз, крутится. Наушники оранжевого цвета, пластик глянцевый. Сверху вот это вот оголовье, оно сделано из пластика, ну такое под резину. Здесь есть мягкие вставочки. Материал кожзам, внутри, скорее всего, поролон. Цвет оранжевый. Здесь тоже вставочки. Вот так вот поближе все покажу. Шнур с оплеткой. Вот он с резиновой такой вот проставочкой. Здесь, кстати, тоже. Так, ну про микрофон я уже сказал, вот он с этой стороны, вот он с этой стороны. Наушники глянцевые, такие, думаю, отпечатки пальцев на них будут только так оставаться. Ну, конечно, выглядят они здорово, ну вот сами посмотрите. Они большие, такие громоздкие. Так, здесь получается везде бренд написан, здесь значок какой-то, я даже не знаю, что это такое. Что-то непонятное с зубами или с когтями на обеих сторонах. Здесь получается левый наушник и правый наушник. Подробно все показываю. Шнур в оплетке. Такой вот достаточно толстый, но при этом очень мягкий. Есть вот такая вот вставочка. Здесь идет у нас регулировка громкости. Крутится немножко как-то непонятно. Ну, имеет упор вот до сюда и вот до сюда. Немножко не хватает, как сказать, упругости крутилки. Сильно легко крутится. Мне бы больше понравилось, если бы она какой-то трещоткой была или чем-то каким-то. Здесь вот кнопочка. Нет, это не кнопочка, это декоративная вставка. А здесь выключатель микрофона. То есть положение выкл и положение вкл. Иной раз очень удобно, допустим, в играх, когда хочешь отключиться, поматериться, всех обматерить в чате, допустим. Не, шучу. Допустим, играешь или разговариваешь, что отвлекся, чтобы никто не слышал, о чем ты разговариваешь. Хоп, щелк, и все. Никто микрофон не слышит. Дальше. Имеется, значит, вот такая вот велкро лента, липучка, для того, чтобы наушники складывать.
Так, достаточно длинный провод. Здесь идет тройник разветвитель. Он такой, как резиновый. И на конце что имеем? Имеем мы USB провод. Для чего он, я сейчас вам покажу. Штекер стандартный 3,5 мм под микрофон с крышечкой. И штекер без крышечки. Где-то она уже у меня упала. Вот. И вот такую вот наклеечку. Опять же, Kotion Itch Pro Gaming Headset. Ну, в общем, наушники игровые. Вот. Ну и, собственно, для чего здесь USB провод? USB провод здесь по одной простой причине. Он не имеет никакой программной начинки. Просто когда мы его включаем, допустим, в Powerbank, в моем случае это эмулятор компьютера, я сделаю чуть-чуть свет, уберу, то мы имеем подсветку. То мы имеем вот такую вот подсветку. Светятся наушники по периметру. Сейчас я вам покажу. Светится вот тут микрофон. Вот. Светится вот здесь, вот здесь, вот здесь и вот здесь. Как бы, ну, при дневном свете это сложно показать. Попробую потом еще при ночном. Ну, так, сейчас свет обратно включу. Так, свет включил. Ну, выглядит эффектно, кстати. Оранжевый цвет. У меня, кстати, видите, чехол на Powerbank тоже на днях получил. На Powerbank Xiaomi силиконовый чехол. На всякий случай тоже ссылочку внизу в комментариях размещу. Вот. И видите, прям по цвету. Хотя, честно сказать, не выбирал особо. Powerbank вообще выбрал просто самый дешевый на Алиэкспрессе, если не ошибаюсь. Так, ну, собственно, вот такие вот наушники. По звуку, честно скажу, я их уже послушал. То есть я перед тем, как открывать коробочку на камеру, я уже ее открывал, слушал. Ну, микрофон еще единственное не проверял. А вот музыку послушал. Бас есть. Ну, это низкие получаются частоты. Высокие тоже есть. Звучит довольно приятно. Понравилось то, что вот эти большие наушники, достаточно большие, и они полностью охватывают уши. То есть уши болеть не будут. Ну, единственный минус, если у вас жарко, то будете потеть. Ну, как бы это минус всех подобных наушников. Вот. Поэтому, что хочу в целом сказать о наушниках. Наушники достаточно, ну, относительно недорогие и достаточно качественные. Качественные в плане исполнения, качественные в плане дизайна. Хотя кто-то скажет, фу, вырви глаз китайщина там и все такое. Не, на самом деле, мне, например, очень даже нравится. Вот. Думаю, что наушники своих денег стоят. Я их буду использовать не так часто, но иногда наушники нужны. Вот. Ну, собственно, на этом весь обзор. Всем спасибо за внимание. Обязательно ставьте лайки. Обязательно подписывайтесь, если вы еще не подписаны. И всем пока.